Друзья, привет всем! Ну что, вы готовы к Граалю? Сегодня я вам опять покажу свою на 100% рабочую методику, по которой я продолжаю обучать людей в своей закрытой группе. Сегодня я подведу итоги конкурса по обучению финального третьего сезона. Вы посмотрите, как торговал победитель и какие у него были секреты. Так что обязательно досмотрите это видео до конца. Также я вам дам доступ к аккаунту победителя, дам доступ к его дневнику, чтобы вы смогли проанализировать всю его торговлю и сделать для себя какие-то выводы. А также после этого видео вы сами сможете поучаствовать в конкурсе и поймете, насколько все просто. Вы сможете поучаствовать для себя и доказать себе, что все возможно, что нужно торговать с телефона, уделять этому всего лишь час в день, и вы будете стабильно зарабатывать, и вы никогда не будете сливать. Все настолько просто, и сейчас вы в этом убедитесь. Итак, переходим к конкурсу, переходим к обучению. Это аккаунт победителя. Давайте я расскажу для тех, кто не в закрытой группе, что нужно сделать, чтобы вы смогли поучаствовать в этом конкурсе для себя. Итак, смотрите, ребята, вам нужно торговать по горизонтальному скальпингу с телефона в вертикальном режиме. Вот вы видите примеры, как нужно торговать. Вот в такие сделки вы заходите и ищете только такие ситуации. Дальше вы торгуете на демо-счету. На демо-счету у вас 10 тысяч учебных денег. Вы торгуете каждый день на протяжении месяца, и в день вы заходите в 2 сигнала. Два сигнала, то есть у вас должно быть две сделки в день. Каждая сделка по 1000 рублей. Все, ребята. Все. И вы обучаетесь таким образом. Вы торгуете и понимаете, в каких ситуациях вы лучше всего ориентируетесь. И вы придерживаетесь дисциплины. Вы тренируете свою дисциплину. А перед тем, как мы начнем, я хочу вам показать результаты прошлых конкурсов. И вы увидите, насколько вырос уровень моих трейдеров. Ребята, мне очень приятно, что я это все делаю не зря. Смотрите, первый тур был в октябре вот 2018 года. Первое место у Ромы, 65% прибыльных сделок. Вот второй тур уже в декабре. Смотрите, Рома бы не попал даже в призеры. Потому что третье место уже 67% прибыльных сделок. Первое место 69% прибыльных сделок. Ребята, это очень много. Теперь давайте посмотрим, какие результаты в третьем, финальном сезоне. Победитель у нас Дмитрий Волков. У него процент прибыльных сделок, ребята, 72%. Смотрите, что он пишет. Тарас, хочу сказать огромное спасибо за этот конкурс. Участвуя в нем, я понял, в каких ситуациях мне удобнее всего торговать. Вот для чего этот конкурс. Чтобы вы поняли, в каких ситуациях вы лучше всего разбираетесь. И на протяжении всего конкурса торговал исключительно по ним, даже если были другие хорошие ситуации. Вот в чем секрет. Ребята, вот почему у человека процент прибыльных сделок 72%. Потому что он торговал только в тех ситуациях, в которых разбирается. Не знаю, что произошло в последние 3 дня. Наверное, слишком поверил в свой профессионализм. Вот, ребята, здесь не нужно расслабляться. Если вы видите, что у вас все идет хорошо, вы должны знать, что будут и неудачные дни. Когда вы видите, что все идет хорошо, вы думаете, да я просто бог, вы расслабляетесь. И заходите уже в ситуации как попало, думая, что они тоже будут заходить, а они не заходят. И вы начинаете нервничать и начинаете ловить серию из неудачных сделок. Так, доступ к аккаунту и к телеграм-каналу я оставлю в закрепленном комментарии. Ну что, давайте разбирать торговлю. Смотрите, 13-е, 2 сигнала, 14-е, 2 сигнала, 15-е, 2 сигнала. По 1000 рублей одна сделка. 16-е, 2 сигнала, 17-е, 2 сигнала. Вот смотрите, к примеру, 17-го человек зашел в 10, в 11 и в 3 часа дня. 18-го человек зашел в 13.50 и потом в 17.15. 19-го в 10 и в час. Вот, смотрите, как этот человек торговал. Видите, он делал паузы.
Один сигнал у него утром, второй сигнал у него в обед. Это, ребята, очень важно. Вот почему у него такой результат. И что вы еще здесь заметили? Все сделки у него на понижение. Смотрите, все сделки на понижение. То есть ему проще ориентироваться в таких ситуациях. Давайте посчитаем его процент. Копируем. И смотрим процент прибыльных сделок. 72% успешных сделок. 43 сделки в плюс. 17 сделок в минус. Всего 60 сделок. Ребята, это идеальный результат. Это шикарный результат. И смотрите, плюс 170% к депозиту. И человек делал 2 сделки. Давайте теперь разберем его сделки. Так, первая сделочка у него была на повышение. Дальше все сделки на понижение. Итак, погнали. Смотрите, скальпинг. Скальпинг. Человек скальпирует. От пика на понижение. Вот, идеальная ситуация. Вот это идеальная ситуация. Эти ситуации я называю стопроцентными. Вот, запомните эту ситуацию. И вы увидите, что во всех таких ситуациях у этого человека плюс. Идем дальше. Уровень сопротивления на понижение плюс. 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 Видите, скальпирует все. Насколько все здесь просто, ребята. Здесь, походу, минус. Пробой был. Минус. Плюс. Плюс. Минус. Минус. Плюс. Минус. Плюс. А, нет, минус. Плюс. Видите, очень часто случаются пробои. От этих ситуаций никто не застрахован. Но в долгосрочной перспективе вы будете в плюсе. Эти ситуации шикарно отрабатывают. Смотрите, плюс. Шикарный скальпинг. Вот, опять же, идеальный скальпинг. Вот эти стопроцентные ситуации. Плюс. Здесь пробой. Вот, опять, видите? В таких ситуациях всегда у него плюс. И у меня в таких ситуациях всегда плюс. Ну, смотрите, идеальный просто уровень сопротивления. От пика на понижение плюс. Плюс. Пробой. Пробой. Плюс. Плюс. Вот идеальная ситуация. Пробой. Пробой. Вот. Тоже идеальная ситуация. Смотрите, да, какой шикарный сигнал. Вот, вот. Ну вот скажите, ребята, что здесь сложного? Вам нужны какие-то суперпрограммы, супериндикаторы, чтобы находить такие ситуации? Вам нужны какие-то суперзнания? Нет. Вы просто включаете телефон, ищите такие ситуации и зарабатываете. Все. Вот, смотрите. Идеальный скальпинг. Вот здесь пробой. Вот идеальный скальпинг. Идеальный скальпинг. Пробой. Вот. Похожие ситуации. Плюс. Видите? Во всех таких ситуациях у него плюс. Это и есть стопроцентные ситуации. Понятное дело, это метафора. Ничего нет стопроцентного. Вот. Находите такие ситуации и торгуйте в них. Это грааль, блин. Почему так сложно это понять? Так. Вот. Короче, ребята, все это вы сможете посмотреть сами. Заходите в дневник Дмитрия, анализируйте его сделки и делайте выводы. Ну что, давайте подведем итоги. Ребята, это и есть грааль. Три ключа, и это грааль. Все, он работает и будет работать во все года, во все века. Стратегия, money management и risk management. Плюс 170% к депозиту за месяц, уделяя полчаса в день, торгуя с телефона и делая 2 сделки в день. 2, мать его, сделки в день. Вы только вдумайтесь. А если бы человек делал там 4 сделки в день?
он бы смог делать там по 300% к депозиту. То есть все очень просто. И вы мне опять будете говорить: ты говоришь одно и то же, я хочу что-то новое. Ребята, это работает, это колесо. Машины всегда будут ездить на колесах. Это работает. Без трех ключей вы здесь никогда не будете зарабатывать. Поверьте мне. Вы можете обучаться, вы можете смотреть разные стратегии. Но если вы не будете себя контролировать, вы никогда здесь зарабатывать не будете. Смотрите, не нужно 50 сигналов в день. Не нужно этого. Кто торгует по 50 сигналов в день, он сливает депозит. Он перегорает, он пересиживает и сливает. Результата не будет. Нужно зарабатывать в долгосрочной перспективе. Итак, методика победителя. Первое. Он торгует по одной стратегии. По одной стратегии. Скальпирует с телефона в вертикальном режиме и заключает сделки на понижение. Все. Он выбрал для себя одну ситуацию и в ней работает. Все, ребята. Второе. Он торгует фиксой 10% от депозита. Это money management. И третье. Делает 2 сделки в день. Все. Вот есть 3 строгих правила. И все. Вам их нужно придерживаться. Вот и все. Мы подвели все итоги. Это Грааль. Но давайте поговорим о минусах. Без этого никуда. Что вам нужно, чтобы вот так торговать? Чтобы вот так зарабатывать? Во-первых, вам нужно убрать все эмоции. Видите? Человек торговал на демо-счету. Если бы он торговал на реальном счету, результаты были бы чуть-чуть похуже. Почему? Он придерживался дисциплины, да потому что это демо-счет, и ему по барабану на эти деньги. Вы должны торговать на свободные средства, чтобы вам было пофиг на эти деньги. У вас есть, например, основная работа, а это как дополнительный заработок. Вот он тебе торгует и не переживает. И он будет делать всегда там 2-3 сделки, там 5 сигналов за одну торговую сессию. Не сделок, а сигналов, да? Потому что сигнал и сделки — это разные вещи. Сигнал — это точка входа. И в эту точку входа можно войти там 5 сделками. Понимаете, да? Я это в каждом видео буду теперь объяснять, потому что люди продолжают тупить в этом вопросе. Вот, человек сделал 2 сигнала. Все. И ему не хочется там пойти еще раз поторговать. Плюс я его мотивировал деньгами, да. Человек получил 10 тысяч рублей. В этом тоже огромный плюс. То есть с психологией у него все в порядке. Второе. Второе — это вот своя методика. Вот он торговал только в одних ситуациях. Вы торгуете в своих ситуациях, в которых вы уверены на 100%. Вот, человек торгует на понижение. Вот ему так проще. Он в этих ситуациях уверен. И все. И не нужно никуда бегать. Даже если вы видите хорошие ситуации по тренду, например, вам стоит от них воздержаться. В этом весь секрет успеха. Он торгует только в своих ситуациях. Только скальпирует. От пика на понижение. Вот только скальпирует от пика на понижение. Все. Вы должны найти, что работает для вас. Что-то одно. Запомните, одно. Если вы торгуете по тренду, торгуйте по тренду. Но торгуйте всегда в таких ситуациях. Вот поторгуйте так месяц-два. Посмотрите, какая у вас статистика. И все будет шикарно. Ну и третье — это опыт. Вы все ситуации будете чувствовать. И вы уже будете интуитивно понимать, где вам нужно заходить, а где не нужно заходить. И все. И вот этих 3 фактора, то есть психология, своя методика, не отклоняемся от стратегии, и опыт, дадут вам такой вот результат. Я очень доволен своими трейдерами. Вот мои трейдеры показывают реально крутые результаты. Они мне скидывают в личку, как они торгуют, скидывают на почту свои результаты. Вот если бы был батл между трейдерами, например, я со своей группы беру там 10 самых лучших трейдеров, еще какой-то там трейдер берет со своей группы 10 лучших трейдеров, мои бы трейдеры всех победили. Я в этом больше чем уверен. Потому что у меня чуть-чуть другая методика. Я обучаю зарабатывать в долгосрочной перспективе. Я вот откидываю все лишнее и показываю, что нужно, чтобы добиться успеха. А другие трейдеры обучают торговле, вот именно самой торговле.
много-много дают информации, да, это правильно, вам эту информацию нужно знать, но люди не зарабатывают, люди не дисциплинированы, понимаете? И люди сливают депозит, потому что им там рассказывают об объемах, об уровнях Фибоначчи, а я учу вот одной своей стратегии. И да, те трейдеры могут намного больше знать моих трейдеров, но мои трейдеры будут зарабатывать в долгосрочной перспективе. Вот такой вот парадокс. Ребята, поймите, трейдинг – это не лучшие знания. Если вы будете много знать, но у вас психология и дисциплина будут на нуле, вы не будете зарабатывать. Хоть вы будете знать все о трейдинге, все полностью, все в мире стратегии будете знать, но вы зарабатывать не будете. Трейдинг – это дисциплина в первую очередь. Трейдинг – это работа над собой. Вы ведете дневник, анализируете свою торговлю, делаете выводы, чтобы не совершать прошлых ошибок, и двигаетесь дальше. Вот это трейдинг. Только так вы будете зарабатывать. Вот этому никто не учит. Все учат стратегиям. Вот граль, вот стопроцентная, вот 80%. Да, это все хорошо, это все работает, это все работает. Но оно работает в долгосрочной перспективе. Если вы будете следовать одной методике, просто протестируйте. Потому что я уже говорил, люди попробовали какую-то стратегию, она там дала сбой, да, на пару дней, все, значит она не работает. Она работает. Вы поторгуйте по ней 2 месяца, 3, только по одной стратегии. А так люди словили там 5 минусов, все, значит это не работает. А неудачные дни – это неотъемлемая часть торговли. Вот и все. И когда мне говорят, почему ты продолжаешь торговать на опционах, потому что очень все просто. Но настолько все просто. Нужны минимальные знания, не нужно забивать голову всякой херней, и ты будешь здесь зарабатывать. Даже если бы мне дали, например, там 50 случайных человек с улицы, вот, завели там их в комнату, я им за 5 минут рассказал бы, как торговать, за 5 минут. Любые абсолютно люди, любого возраста. Я показал бы, как заходить в сделки с телефона. Раздал бы всем телефоны и сказал, у вас есть, например, полчаса, делайте 2 сделки. И потом собирал бы у всех телефоны. Это важно, собирал бы у всех телефоны. Потом эти люди опять приходят ко мне на следующий день. Я опять им выдаю телефоны и говорю, у вас опять есть полчаса, делайте 2 сделки. И потом собираю телефоны. Все бы зарабатывали. Я бы научил их за 10 минут, реально за 10 минут здесь зарабатывать, потому что настолько все просто. Но если бы я этим людям отдал телефоны домой, большинство бы слили депозиты. Почему? Потому что бы они охренели от того, насколько все просто, торговали бы целыми днями, думая о том, что чем больше они торгуют, тем больше они смогут заработать. И все бы слили, да? Они бы перегорели. Так что дисциплина прежде всего, и все, это грааль. И будете себе спокойно делать там по 100% к депозиту в месяц. Это реальность, а не делать там по 100% за день. Это неверный путь. Как быстро вы заработаете, так же быстро вы и потеряете. Но, конечно же, возможно. Возможно и 1000% делать за день, за 2 дня. Можно и там сотки пару лямов наторговать. Да, конечно, можно. Но долго ли вы так будете зарабатывать? Задайте себе, пожалуйста, этот вопрос. И опционы – это не рынок. Не путайте, пожалуйста, рынок с опционами. Опционы – это отдельный вид заработка. Да, специфика одна и та же, но здесь можно зарабатывать по-другому. Здесь можно зарабатывать проще. Потому что многие мне говорят, вот ты учишь такой херне, это не так все работает. Здесь именно так все работает. Именно на опционах. Там бы эта тема не прокатила. Так что я обучаю тому, что я знаю, через что я прошел. Я в этой теме дольше всех. И я, поверьте, знаю, что говорю. За все года я понял, что нужно, чтобы люди здесь зарабатывали. Именно зарабатывали в долгосрочной перспективе. Это психология и дисциплина. Поэтому я на это делаю упор. Ну что, ребята, на этом я с вами буду прощаться. Выходит солнышко. Солнышко светит только правильным людям. Значит, все, что я сказал здесь... Это правильно. Добро пожаловать ко мне в бесплатную группу по заработку и обучению. Первая ссылка в описании.
Пишите в сообщение сообщества «Прими в команду» и отправляйте сообщение. И попадайте в мою закрытую группу. Здесь у нас все. Лучшие сигналы в сети плюс обучение. Я уверен, что мои трейдеры самые лучшие. Ежедневная раздача участнику 500 рублей. Консультации я перестал проводить по нехватке времени. Лучшие аудиокурсы мировых спикеров. Книги по трейдингу и мотивации. Аудиокниги, технический анализ. Также платные видеокурсы, которые я покупал вот за 16,5 тысяч рублей, за 13 тысяч рублей. Для вас эти курсы бесплатно. Они бесплатные. Заходите, скачивайте и обучайтесь. Друзья, еще раз по поводу мошенников. У меня нет никаких других групп по заработку, там где много сигналов. У меня таких групп нет, это все развод. Я никогда ни у кого не прошу деньги. Я никогда вам не напишу, чтобы вы мне перевели там 2000 рублей на киви. Это все развод. Я наоборот отдаю людям деньги. Во-первых, я никогда первым не пишу. Во-вторых, я отдаю людям деньги. Я провожу конкурсы. В закрытой группе я раздаю 500 рублей. Каждый день я раздаю 500 рублей. Ничего делать не нужно. В открытой группе нужно делать репост. То есть раздаю 1000 рублей каждый день. Так что денег у вас я не попрошу. В ВК и в Инсте куча мошенников. Все мои оригинальные страницы в описании. Кому интересна одна торговля, подписывайтесь на канал по торговле, Инстардинг торговля. Третья ссылка в описании. Нажимайте подписаться, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Здесь одна торговля. Подписчики мне присылают видео, и я публикую их на этом канале. Также подписывайтесь на канал по мотивации, четвертая ссылка в описании. Нажимайте подписаться, нажимайте на колокольчик. Здесь мои мотивационные видео, здесь нет торговли, здесь одна мотивация. И подписывайтесь, конечно же, на основной канал. Нажимайте подписаться и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Огромное всем спасибо за просмотр, за поддержку. Обязательно поставьте этому видео лайк. Погнали обучаться. Всем пока.